Сегодня я вам покажу Акмолинскую областную больницу. Вот это онкология. А вот это приемный покой городской областной поликлиники, куда поступают все больные. Здание, конечно, уже старенькое, но обновленное и имеет новый фасад. Но все дело в том, что, смотрите, зданий много, где травматология. А фишка вся в том, что сделали переходы. Вот они. С одного здания в другое можно спокойно перейти. И это очень помогает и медикам, и при передвижении больных между. Это все сделано не только для самих врачей, но и для пациентов. Передвигаться по таким коридорам, транспортировать очень-очень удобно. Очень красиво. Все для людей сделано. Хотя здания были совершенно старого, обновленные, вот с такими красивыми-красивыми переходами. Тут рядом и сосудистая, и травматология. Это Казахстан, город Кокшетау. Городская областная больница. Рядом стоматология. Итак, я вам всем желаю крепкого здоровья. И чтобы никто не попадал сюда. Хотя это все хорошо сделано, но лучше тут не быть.